Всем привет! У меня есть буквально 3 минутки, чтобы вам изложить, что я купила. Мне Сишка будет помогать раскладывать покупки. Нам пришло предложение 7 рублей в месяц на 7 месяцев. Ваша счастливая цена. Кормит домашний интернет. И волкает у нас волком. Предлагает. Я была в нескольких магазинах. Очень рекомендовали Мосгель. Это в замену мусса, который розовенький такой я покупала, вам показывала. Мосс-шелк, который я почему-то не вижу я в магазинах, а укладочные средства, которые другие, мне не подходят. Анкеты для заполнения вот в ГИПа купила. Посмотрим. Как-то чаще я стала в него попадать. Вот. Это не из него, но я очень люблю, вот я вам рассказывала, да, что маринованные огурчики, которые хорошие, вкусные, на развес. Вот, взяла капусточку, вот, просто с хлебом, это уже молодую сделали, вот, у меня вот это, и я дрожжи взяла, получилось на 4 рубля 10 копеек, очень круто. Вот, еще это попить. Ну, в общем, обычной минералки не оказалось в киоске, поэтому взяла. Вот, а тут у меня то, что я в ГИПе, собственно говоря, брала. Вот, я не знаю, сколько вообще, вернее, я знаю, сколько на рынке, они по 2,5, по 5, по 6 рублей авокадо. Что-то я подсела, а тут оказалось, короче, 5 рублей за килограмм. Почему бы не взять? И самое, что интересное, там был такой большой авокадо. Вот, он оказался по весу одна штука, такая же, как вот эти вот две. Но так как он очень плотный и твердый, я знаю, что я не дождусь, пока он созреет. Вот, и буду сейчас делать пирожки, фарш для них. И 4 помидора, мука, потому что мука у меня закончилась. Взяла самую простую, килограммовую, вот такую вот. Вот, на этом сегодняшний мой поход закончен, но покупки я, вернее, готовку я еще буду делать, снимать, поэтому как-то так. Что видео будет, видимо, звучать таким образом, что я буду есть до наступления ремонта. Ремонт у нас начинается завтра. Все, всем пока, спасибо за просмотр. До новых встреч!